Доброе утро, Катя. Как началось ваше утро? Я думаю, то, что в вашей редакции очень много событий. О чем вы расскажете крымчанам? Доброе утро, коллеги, доброе утро, крымчане. Наши корреспонденты, корреспонденты Керченского филиала уже готовят информационные сюжеты, в которых мы расскажем, с чего началась рабочая неделя в городе-герое. Ну а сейчас поговорим о самовольных строениях. Завершается срок, в течение которого керчане могли узаконить свои объекты. Поговорим сегодня об этом с нашим гостем, начальником управления муниципального контроля Сергеем Горьковым. Сергей, доброе утро. Насколько я понимаю, речь идет о жилых помещениях, о жилых домах. Вот в чем заключается суть проблемы? Доброе утро, кирчане, крымчане. Суть проблемы в том, что через месяц, да, до Нового года есть возможность узаконить свои жилые дома, которые не имеют под собой оформленных должным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации земельного участка. Требования к таким домам. Этот дом должен обязательно быть построен до референдума, до 18 марта 2014 года. Иметь подключение к ресурсоснабжающим организациям, газу, к свету. Ну, то есть доказывать то, что он функционирует давно уже, до референдума и так далее. Самый важный момент в этом порядке – это именно обратиться с заявлением до Нового года. Вот остался месяц, да, с хвостиком ноября, когда кирчане, крымчане в целом могут подать заявление и начать порядок получения документов, подземельный участок, на котором расположено самовольное строение, и на сам жилой дом. Сергей, куда нужно подавать эти заявления, и в частности, каких это объектов касается? Например, может ли идти речь, например, о пристройках к домам? К домам пристройка в целом не узаканивается. Если это пристройка к многоквартирному жилому дому, этот порядок не распространяется. Там распространяются нормы жилищного законодательства. А также этот порядок не касается объектов коммерческого назначения. Магазины, гостиницы и так далее. А куда необходимо обращаться с заявлением? Что необходимо, какие документы надо? В администрацию города Керчи. В администрации города Керчи по приему документов и заявлений назначено управление муниципального контроля 426 кабинет. Каждый день с понедельника по пятницу с 8 до 17:00 перерыв. С 12 до часу. Вот после того, как человек обратился с заявлением, что дальше происходит, какое время это все занимает, и нужно ли еще потом заявителю что-то делать? Да, там есть перечень документов, чтобы граждане не путались или не переживали. То есть самое главное прийти к нам, мы дадим форму заявления, напишем заявление, а потом будем разбираться уже, какие документы, приложения, дадим четкую консультацию, да, что нужно, как действовать дальше. А сколько уже таких заявителей у вас в связи с тем, что да, срок истекает? И какое время обычно занимает вся эта процедура? Сейчас на обработке находится 38 объектов капитального строительства, на которые распространяется данный порядок. Три из них уже рассмотрено, и три уже получили земельный участок и по упрощенной схеме получают документы на сам жилой дом. Сергей, а что будет с теми объектами, которые кирчане, ну, крымчане не успеют узаконить вот, в оговоренный законодательством срок? В законе написано, что после 1 января 2020 года граждане, которые не подали заявление, должны будут освободить земельный участок и снести строение, которым они пользовались. Поэтому я убедительно всех прошу, да, настоятельно прийти, если вы даже сомневаетесь в том, есть у вас документы или нет, прийти в управление муниципального контроля с документами, мы их просмотрим, проанализируем и дадим ответ, подходит ли он по порядку, есть ли документ, либо нет. В противном случае, чтобы не нести потом имущественных потерь и так далее, нужно обратиться с заявлением. Спасибо за информацию. Сергей, насколько я знаю, в ведении вашего управления также борьба с несанкционированными торговыми объектами, нестационарными торговыми объектами. Вот расскажите, как ведется эта работа, как выявляются вот такие объекты? В администрации города Керчи создана рабочая группа по выявлению таких объектов. Управление муниципальное, которое входит туда, совместно с департаментом городского развития, с отделом торговли, они нам подают информацию о том, об этих объектах, да, мы делаем совместные рейды, составляется акт на такой объект, принимается постановление о демонтаже и передается на принудительный демонтаж в УЖКХ. Если пользователь данного объекта в течение 7 дней добровольно не демонтировал этот объект. Сейчас таких объектов 11
единиц на территории города Керчь. Кто должен демонтировать эти объекты? Как вообще все это происходит? Вообще пользователь обязан демонтировать незаконный торговый объект, не являющийся объектом капитального строительства. Но это происходит редко, поэтому о реализации постановления, обязанность по реализации постановления в принудительном порядке лежит на управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города Керчи. Сергей, а могут ли керчане, вот допустим, мне нравится горожанам, что во дворе жилого дома стоит ларек, да? Могут ли керчане обратиться куда-то, чтобы, вот, допустим, решить этот вопрос? Конечно, могут обратиться с заявлением в администрацию города Керчи, либо напрямую в наше управление, управление муниципального контроля. Мы выйдем на место, проанализируем, может быть, у них во дворе стоит и незаконный объект, не имеющий документов, либо мы его приведем. Заставим, понудим, да, пользователя объекта привести его в соответствие с паспортом привязки. И, может быть, жителям уже понравится его внешний вид. Насколько часто такие случаи происходят, когда вот предприниматель незаконно ставит где-то ларек? Ну, очень редко, единично, поэтому их у нас 11 есть. Ну, это объекты, в том числе, у которых закончились договоры аренды. Договор на право размещения незаконного торгового объекта. Сергей, вот летом убрали, вернее, еще до наступления курортного сезона, убрали все ларьки с горы Митридат. Будут ли там какие-то торговые объекты стоять или нет? Ну, поэтому больше даст департамент городского развития. Ну, они там планируют провести либо ярмарку. Уже, я так слышал, в прокуратуре города Керчи дано положительное заключение. Угу. Так что, думаю, сувениры там будут в любом случае. Спасибо большое за информацию. Я напомню, нашим гостем был Сергей Горьков, начальник управления муниципального контроля администрации Керчи. Я желаю всем крымчанам продуктивной, хорошей рабочей недели. Коллеги, я передаю вам слово. Большое спасибо, Катя. Ну а мы вам желаем интересного и продуктивного дня. Напоминаем, на связи был керченский филиал телерадиокомпании «Крым» и корреспондент Екатерина Рябова.